том, что Путин зажимает сейчас свободу слова, ничего нового нет. Он начал это делать сразу, как пришел к власти. Сначала они уничтожили НТВ, потом еще, потом исчезли прямые эфиры на всех каналах. Ну и от газет почти ничего не осталось. Только называется как «Известия» или «Коммерсант», но это уже не «Известия», не «Коммерсант», а просто бумага. Вот. Поэтому сейчас он действует просто дальше в том же русле. Свобода слова для него единственная помеха к счастливому существованию.